Так, телепузики, распаковка, чек. Я пришла, краски там нету в этом в пятерочке, только темно-коричневый, черный нету. Ну, подожду. Так, это я взяла в магните 9 рублей туалетная бумага. Моя цена 17 рублей. Это я не рекламирую, я говорю. Порошок и ручной, и для машинки 19 рублей, 18 рублей, 24. Это я взяла в пятерочке. В пятерочке, девочки, моя цена 75. Это в пятерочке, а в магните по 74 масло кинули. Вот только что там подруга моя работает. Но другое. Это я в пятерочке. Это я в пятерочке, ручная и машинная, 29 или 27. А девки цикорий уже нету в магните по 36. Разобрали, я взяла по 66. Не знаю, что делать, я не знаю. А так цикорий дорогой. Это я по 68 уже подорожала. Это в пятерочке взяла песок. Так, в магните взяла, обратно взяла гречку по 77. Помните, говорила вам, вот тут раз брала хорошие. Рис 77. Вот он. Вот рис. Это гречка чистая. Это в пятерочке. Соль пищевую. Не знаю почем. Так, вот это взяла я. Ну, одна там есть чуть-чуть у меня. Мука. В магните 2 килограмма 52 рубля. Это взяла, сейчас буду делать спагетти. Это как ее 66 рублей. Моя цена. Вот она. Это 24 рубля. Что это за ерунда? Паштет классический, литовский, мясной. 24 рубля. Это обратно взяла. 29 печеночные. А что делать? Хватит жить, как попало. И хлеб. Моя цена по 20 рублей. А в пятерочке по 18. И у этих... Там эти стоит... Как его звать-то? Там только по карте у него на улице. Армян. Помидоры привез по 50 рублей. Пальчики. Я килограмм ровно взяла. Он не обманывает, ребят, я проверила. Он не обманывает. Жилетовский он не обманывает. У меня весы вон стоят. Вообще не обманывает. Я проверяла его несколько раз. Там через карту можно. Жилетовский, вот. Мука 52 килограмма. Это в магните. Масло в магните. Жилетовский выкинули. По 74 подсолнечное. Это я последнюю бутылку, муж выкинут. По 75 взяла. Это я в пятерке. Вот это. Ну, там видели, наверное, Жилетовский. Вот. Мне не жирный. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Да, а что делать? Ваша Ольга Валерьевна. Деревня Жилетово. Любите. Цените. Все, давайте.